Прежде чем начать стягать, покажу я очередную часть интриги. Первая часть уже вышла. Это я вчера 4 куска собирала на ночь уже. Это не на ночь, а в 2 часа ночи мне спать не хотелось. Видите, вот сейчас я все это с вами делаю. Стежку. Сборку я не показала, ну ничего особенного, тут ничего особенного нет в этих, тут такая совсем сборка простая, но со смыслом, да, опять же, символикой, как я люблю. Все, сейчас приступаю к стежке. Не знаю, как будет освещение, сейчас попытаюсь поближе придвинуть. Ну вот, одна заготовочка, один блок уже готов. Как сразу меняется вид. Я потом все это ближе покажу при лучшем освещении. Сейчас, конечно, хоть и белый день, но и горит у меня, видите, как всегда, свет тут и вверху горит, но так есть. Поэтому потом я покажу уже все эти заготовочки в готовом виде. Дает. Так. Ах, будет плохо видно. Может. Так, ну вот второй блок, вторая заготовка готова. Каждую по необходимости меняю цвет нити. Если в этой была зеленая, в этой золото. Такое золото с легким. Как это называется, когда слегка патина, да, такая легкая золото с патиной. Эту я, наверное, тоже золотом, да, 100%. Эту тоже буду золотом стягать. Ну и еще одна остается. Вот это с ромашками золотом. Кусочки выпадают. А вот эту буду, посмотрю, розовым, наверное. Кое-где выпали из середины кусочки пиццы. Сейчас я их верну обратно. Из-за освещения не смогла, сижу, работаю, когда сама желаю, потому как у меня не мастер-класс, и у меня не возьмите в руки карандаш. Мы начинаем вечер наш. А просто, если хотите, занимайтесь вместе со мной, называется. Посмотрите, какие красивые заготовки получились. Я просто в захвате. Эту клепала, думала, боже, и классные тканюшечки. Выкинуть жалко, что-то получается, что попало. Ну, вот как хорошо зависит от того, что подберешь цвет от строчки. Не всегда идет. Тут, кстати, розовая нитка, и даже не видно, что она розовая, она как будто бы белая. Ну, это на камере, в жизни видно бледность ее, бледно-розовость. И как красиво заиграла. Вот что значит все-таки подбирать. Иногда темная идет. Здесь золото, но смотрится как будто бы золото с патиной, я говорила. Но смотрится как будто бы светловатое. Но мне нужно было осветлить. Вот на камере он светлее. В жизни он гораздо темнее. Такой вот, знаете, прям темненький такой налет на нем. Этот осветлился как здорово. Блок. Этот тоже в жизни такой... Загадочный. И ниточка тут темно-зеленая. Все, сейчас я подбираю окантовку. Окантовку делать, конечно, необходимо. И хочется сделать, чтобы они были доступны и недорогие, эти конверты денежные. И хочется, чтобы они были красивые. И вот у меня вот такая передо мной задача. Сейчас я попробую репсовую ленту. Сейчас все попробую приложить. Буду потом показывать. Ой, случайно чуть не забыла, что мне нужно подклад приколоть. Вот я приколола ко всем 4 подклад, что еще существенно уплотнит конвертики, сделает их солидными и благородными. Все, пристрачиваю, обрезаю, пристрачиваю ленты, показываю окончательный вариант.
Не вижу, что снимаю, но уверена, что что-то снимается. Смотрите, какие денежные конвертики красивые у меня получились. Уже очень спешу. Надеюсь, завтра нормально разложусь на ярмарке. Работ будет у меня немного. Все покажу. Хотела атласной лентой окантовать. Ну, некрасиво и неудобно. Очень удобно репсовой лентой и вот этим люрексом. Не стала я делать никакие застежки. Это удорожает. Собственно, это такой момент одноразовый денежный конверт. Поэтому оставлю так. Ну, очень красиво, посмотрите. Ну, я думаю, приятненько получить. И потом можно использовать для мелочей, для каких-то, для билетиков, для рецептиков. Потому как не рекомендуется рецепты носить, к примеру, в кошельке. Поэтому, гляньте, как будет удобненько. Даже использовать для мелочей. Очки небольшие тоже сюда влезут. В принципе. Да, очень даже. Очень даже. Даже и большие очки помещаются. Маленькие уж тем более. А маленькие помещаются уж тем более. Вот так в ручки нести. Очень симпатично. Все. Всех целую, обнимаю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь в соцсетях. Заходите почаще в гости. У меня всегда новые идеи. Новые всякие проекты. И достаточно регулярно. Всем пока.